Как могу не любить я того, кого любит Господь мой Христос? Для меня лучше нет ничего, чем служить Его детям всерьез. Как могу я сердиться на тех, кого Бог на Голгофе простил, с кого смыл мой Спаситель весь грех, кого спас, искупил, исцелил? Я люблю этот Божий народ, за него здесь в молитве стою. Вместе с ним продвигаюсь вперед, откровение святое храню. Мне Господь мой однажды открыл, что дороже всего для Отца, чтоб детей Его кто-то любил, им всю жизнь посвятив до конца. Долго плакала я от стыда, что кого-то могла осудить, что молилась за них не всегда, что ошибки могла не простить. После горьких и искренних слез в сердце отчие вновь заглянув, поняла, как прощает Христос. Он мне руки свои протянул. В сердце радость зажглась и любовь к тем, кто дорог безмерно Христу. Если что-то не так, вновь и вновь я за брата молюсь и сестру. Я не скрою, что больно порой, но уже не могу не прощать, потому что за братом, сестрой вижу тело Христово опять, и Христа надо мною глаза смотрят нежно, желая спросить, как живете друг с другом, друзья? Я прошу вас друг друга любить. Аминь.